Привет! Что-то я всегда забываю здороваться в своих влогах, надо исправляться. Опачки, у меня закипел чайник. Хотела вам показать, как я снимаю свои мастер-классы. Я решила их делать на постоянной основе, потому что наши руки не для скуки, и вообще это как-то мотивирует меня. Мне нужен контент, и мне нужно что-то делать для дома. Вот такая у меня идея жизни, грубо говоря, образ жизни, точнее, образ мышления, что не все обязательно покупать, можно что-то, например, создавать своими руками, что-то переделывать, давать жизнь старым вещам. Хочу показать бэкстейдж моих съемок, как это вообще происходит и будет происходить примерно так. Вот, раскрываю секреты и показываю, грубо говоря, делаю анонс, что вас ждет, не знаю, на следующей неделе, может быть. Ну, в общем, в ближайшее время это будет выложено, и вы увидите, и, может быть, это смотивирует вас тоже что-то сделать, переделать, пересоздать. Вот так это происходит. Вот мое колечко, мое любимое, которое дает мне свет. Света мало, особенно когда за окном темно, да и днем у нас темновато. Вот, а это у меня клочки, как всегда, нашла, из чего раскроить и вырезать. Будем давать вторую жизнь моему рабочему стулу. Давненько я собираюсь это сделать, наконец-то руки дошли. Спасибо моему каналу, не знаю, сколько лет бы я еще до него добиралась, потому что идея переделать вот этот вот стул, она возникла еще лет так, сейчас я скажу, года 3 назад, в общем. А на заднем фоне у меня сидит Ульяна и мультфильмы смотрит, и творит тут же. Вот так это все происходит. А вот мой шкаф с бесконечными тряпками. Еще вот там вот тоже, в застенках. А еще я бы с удовольствием переделала вот этот вот стол, я не знаю, мне не хочется его выбрасывать, совсем не время это делать. Но я не знаю, что с этим можно сотворить и вообще нужно ли это делать. Просто как бы не хочется совсем допортить, он и так у нас многое повидал. Настал наконец тот день, когда я дошла до того, чтобы купить себе специальный такой, как это, блокнотик, визитница, в общем, для хранения дисконтных карт, потому что в кошельке уже просто ничего не помещается, и когда ты стоишь на кассе, и надо что-то найти, и ты пытаешься их выцепить, там, они застревают, и, в общем-то, ты тянешь резину, теряешь время. Все, купила первую попавшуюся, вот такую вот ядреного салатового цвета. Меня порадовало, что здесь, значит, написан текст, для чего вот это все задумано. И классно. Make you happy. Это сделает вас счастливыми. Ну, в принципе, они правы, потому что так гораздо удобнее. Открыл, полистал, нашел, что тебе нужно. И не нужно вытаскивать все 100-500 карт и разыскивать, где же у тебя там что лежит. Сходила я сегодня в Литуаль за косметикой, что-то у меня все стало очень быстро кончаться, и вот как-то за долгий срок наведалась снова туда, и, честно говоря, подофигела. Цены куда-то взвинтились прямо невероятно. Ну, может быть, так, в принципе, везде цены растут, хотя у нас по стране сколько там, 4% всего лишь инфляция, говорят, по официальной статистике. Забавно, что даже крупные такие торговые сети, наверное, коснулся кризис, потому что пакетики теперь больше ничем не пахнут. Да, изменился у них дизайн, теперь не розовенькие малюсенькие, а побольше и синенькие. Ну это ладно, это не реклама магазину, просто это мои наблюдения на тему того, как крупные торговые сети выживают в кризис.
цены задрали, пакеты не пахнут. Купила сегодня, обратила внимание только чисто на мейбелиновскую косметику. Что-то у меня язык сегодня заплетается. Вот купила пудру такую, еще не пробовала. Афинитон, совершенный тон. Выравнивающая компактная пудра, защищает и сушит кожу. Где-то я там сбоку показываю, странно. Вот, открываем, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь зеркало. Это замечательно, что у нас здесь есть зеркало. И вот такая пудра с пуховкой. Бывали у меня случаи, когда я прибегала, так прям вот набегами невероятными, хватала первую попавшуюся пудру, обращала внимание только на подходящий тон, убегала и дома понимала, что она без зеркала. Это, блин, дико неудобно. Ну, то есть дома удобно, а если куда-то взял с собой, то все неудобно. Так что сегодня с зеркалом это прекрасно. Взяла вот такие вот румяна с какой-то крышкой, такой странный для меня. Я сначала не могла въехать, а вообще как она открывается, я думала, она двигается в сторону. Оказывается, вот так всего лишь там выезжает. Вот такие у нас румяна. Немножечко блестят. Как-то всегда брала матовые, попробовать решила вот такие вот блестящие. Видно? И еще Maybelline помада. Просто по акции была. И подходящий тон. Боже мой, откройся. Все крышки боюсь сломать. Вот такая помада. Я люблю все спокойное. Хотя нет, у меня бывает находят моменты, когда я люблю сделать свои губы кричащими. Но это бывает только по праздникам. Так, чтобы вся душа кричала, и губы кричали, и все кричали, глядя на меня. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получается. Ну, в общем, мне очень нравится этот оттенок. Я сегодня вся была в этих помадах, чего только я не перепробовала. Ну, нашла наконец-то что-то подходящее, обязательно матовое, потому что мои губы и блестки – это вещи очень несовместимые. Мои одноклассники не собрались, так вот я хоть попала на чужой вечер встречи выпускников. Вот, побывала в школе своего мужа, впервые попала в Красноярскую школу. Смотрела, как тут, честно говоря, очень здорово все сделано. Говорят, это обновленное здание, вообще школе уже 141 год. Дальше не буду говорить. Но работоспособный. Много мы с ними работали. Ребята воспитанные, благодарные. Часто вспоминаю только-только добрым словом. Пожалуй, из-за всей бюджетной косметики в плане пудры, все, что я пробовала, вот именно Maybelline Affinitone, совершенный тон, просто самая клевая пудра, которая может только быть. Она, я бы сказала, не забивает поры. Какая-то она легкая, тонко наносится. А еще, кстати, по поводу кожи. Я наконец-то дошла до магазина, купила себе спонжи из целлюлозы. Они вот такие вот шершавенькие, в засохшем состоянии, они даже очень твердые. Такие штуки, это мне посоветовали к тому видео, когда я рассказывала про черную глину, про то, что эту маску довольно сложно руками смывать. В общем, эти спонжи предназначены как раз-таки вот для такого более удобного, что ли, снятия маски. Все равно как бы много воды утекает, длительный процесс отскрести все это от кожи. Но за счет того, что у спонжа есть вот такая вот пористая фактура,
получается такой эффект скраба еще, то есть после использования маски плюс этот спонж, кожа просто невероятно гладкая. Ну вот, я не знаю, сравнить можно только с попой младенца. У меня есть опыт, я знаю, какая на ощупь попа у младенца. Можно сказать, что назад пути нет. Сегодня купила краску, лак, грунт, ну, соответственно, черную именно краску, точнее, как это, колор, блин, как правильно называется? Сейчас меня все тут зачмурят, если я неправильно сказала. Да, у меня теперь есть даже набор наждачки, ну, кисточка, это понятное дело. И вот на заднем плане уже чехол почти готов. Пора приступать именно к затиранию, к шлифовке, покраске стула моего. И мне сказали, что вот этих банок мне на 10 стульев, наверное, хватит. Так что столу крашеному быть в будущем, правда, еще пока не знаю, потому что мне надо отреставрировать угол в детской. В общем, впереди еще очень много всего, и будет очень много всяких разных видео. И да, и там на заднем фоне, я еще на заднем плане пытаюсь вышивать, успевать находить время вышивать колье. Я, в общем, решила, ну, если не коллекцию создать в этом году, то хотя бы несколько таких штучек. Посмотрим, может быть, они кому-нибудь понравятся. Это пока еще только заготовка, ничего не готово. Вот такие вот у меня дела, а руки всего две. Ну, будем как-то находить время, успевать все.